Капитан, верфи Доминиона уничтожены, и, похоже, генерал Дюк вывел свои войска из этого квадрата. Мы ввели в наш флот оставшиеся войска Делариан и готовы к следующей стадии вторжения. Мы получили сообщение от нашей исследовательской команды о том, что они обнаружили спрятанное оружие на планете Тарсонис. Они говорят, что оно называется Пси-дисраптор, и что оно как-то связано с зерками. Адмирал, во время вторжения зергов в эти колонии Конфедерация выпустила партию портативного оружия, называемого Пси-эмиттер, который издавал сигналы, приманивающие зергов. Ходили слухи, что был создан и такой эмиттер, который мог разрушать коммуникации зергов, но император Мэнкс так и не нашел его. Похоже, что этот Пси-дисраптор как раз тот эмиттер. Это оружие должно быть уничтожено как можно быстрее. Если оно попадет в руки Доминиона, у нас будет много проблем. Это разумно, лейтенант. Я склонен согласиться. Адмирал, ведь это оружие может помочь нам одержать победу над зерками. Безрассудно отказываться от такого преимущества. Вице-адмирал, вы настолько сомневаетесь в нашем флоте? Мы справимся с зергами своими силами, я уверен в этом. Лейтенант, я уже достаточно наслушался вас. Разговор закончен, Алексей. Этот пси-дисраптор должен быть уничтожен, чтобы ничто не мешало нашим планам. Берите курс на Тарсонис. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, и вновь я приветствую вас на моем прохождении. Что я хочу сказать? А давайте-ка уничтожим то единственное, что может дать нам возможность победы над зергами. А зачем нам такие легкие победы? Мы же мужики, мы же сможем. Идиоты. Поехали! Лейтенант Дюран, я поручаю вам найти Пси-дисраптор и обеспечить его полное уничтожение. Мы окончательно очистим эту область. И на том спасибо, чё. А, то есть его еще и сопровождали? Неплохо. Что ж, у нас здесь есть возможность поставить еще одну базу. Также у нас есть возможность загрузить сюда народ. Тем более, что он на самом деле уже загружен. Вот у нас медики здесь наконец-то. Капитан, наши датчики прослеживают сигналы зерга в каждом направлении. Похоже, наши сведения были верны. Адмирал, если мы уничтожим все ули в этой области, мы сможем нейтрализовать зерга без особых проблем. Ребят, а вы хоть понимаете всю суть проблемы, которую вы сейчас на мою голову повесили? Уничтожить 4 огромных улья? Ну ладно, первым будет вот этот. Пока не ясно, правда, как я его буду уничтожать, но окей, я этим займусь. Есть проблемы? Да, проблемы есть, Дюран должен выжить. Пока что мы будем добывать минералы. Собственно, другого варианта у нас и нету. А здесь есть еще минералы, плюс еще газ. То есть, как только, так сразу мы... На нас уже пришла мута! Одна, правда, но... Тем не менее... Здесь пришла куча зергов. Зерглингов. Малышей. Малышочков. Если головка болит, она тут как тут. Вот все вот такие. Так. Добрые и заботливые. Добрые, добрые. Холодные внутри. Так, а давайте мы сделаем более нагло. Возьмем тебя. Возьмем еще. Построим. Ты нам кое-что интересное сделаешь.
Понимаете, проблема в том, что я не могу, к сожалению, перелететь. На данный момент у меня нету транспортников, я не могу сюда перелететь. Но это вовсе не означает, что сюда не может перелететь моя база. А вы понимаете, что база, перелетев на то место, спокойно может отстраивать из CV-шки. Что само по себе уже замечательно. Поэтому я думаю, что в принципе все будет хорошо. Ну а пока... Пока мы будем просто наслаждаться видом этой замечательной планеты. Видом того, сколько зергов здесь есть. И пониманием того, что нам будет больно. Я не хочу, честно говоря, пока что тратить наших юнитов на разведку. Я хочу обосновать вторую базу. И после этого, я уже думаю, будем заниматься какими-то более интересными делами. А пока что... Как говорится, что имеем, то имеем. Успей, 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 успей. Отлично. Мужик. Ну, здесь и оставайся, на самом деле. Так, ты у нас достроил. Отлично, отлично. Не, ребята, вы меня извините, но вы не будете доставлять мне сюда газ. Мне надо переставить эту базу. Еще одна из CV-шка. Починили бункер. Замечательно. В принципе, этот бункер тоже можно починить, но я думаю, обойдемся как-нибудь без него. А поставим здесь на всякий случай эту замечательную штученцию, которая будет защищать нас от всяких маленьких неприятностей. Ну, пару морпехов, например. Вдруг на нас придет что-то более страшное. Вот, усовершенствование завершено. Можем делать усовершенствование брони. Построй мне, пожалуйста, завод. Ты построй мне, пожалуйста, еще суплаек. Ну, а ты просто продолжай мне строить кучу-кучу рабочих. И не меняй желательно раскладку клавиатуры, пожалуйста, больше. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Просто это реально напрягает. Да, ладненько. И CV-шка готова. Что ж тебе там мешает-то? Вроде все строят, а тебе что-то мешает. Работа, поставка выполнена. Поставка, работа. Потихонечку мы раскачиваемся, потихонечку. Сильно спешить мы не будем. Не имеет это никакого особого смысла. У нас еще две CV-шки. Пусть пока добывают минеральщики. Можно их послать еще куда-нибудь. Какие жестокие ребята. Ну, дострели. Отлично. Я пошел. Работа выполнена. Так, давай мне построишь еще суплайку. А ты построишь мне. Ага. Работа выполнена. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Вон оно что. Вон оно что, Михалыч. Давайте тогда вот так поставим, дабы они смогли нормально строиться. Так, раз сверху на нас отсюда будет нападать периодически мута, надо от нее защищаться. Правильно? Правильно. Я пошел, командир. Также желательно построить академию. Плюс у нас вот здесь появилось два бойца, которые могут спокойно заниматься добычей чего-нибудь. Давайте построим еще парочку рабочих. А где у нас там работа выполнена?
замечательно. А, построй мне, пожалуйста, академию. А ты мне, пожалуйста, построй еще один инженерный комплекс. Давайте построим его где-нибудь пониже, если честно. Например, вот здесь, где он не будет особо сильно мешаться. В принципе, здесь у нас более-менее живучие ребята, поэтому отправим сюда народец, дабы... Замечательно. А благодаря нашим ребятам все просто замечательно. У нас как раз сейчас закончится строительство академии и должно начаться строительство того, чего надо. А не то, чего не нужно. Ладно. Сколько у нас здесь получается маринесов? Чего здесь не хватает одного маринеса? Где последний маринес загулял? Ладно, оставим сюда. Строим пару медиков. Почему нет? А здесь увеличивает дальность атаки. Следовать восстановление. Способность медиков. Птическая вспышка. Это важная штучка. В принципе, энергия у медиков восстанавливается довольно быстро. Но желательно восстанавливать ее быстрее. Так, вот у нас здесь прибыло парочку рабочих инженеров из Сивишек. Вообще они работают. Даже знаете, давайте этих двух отправим чисто на газ, потому что на газу у нас всего один рабочий пока что. Нам нужно больше газа. Поэтому почему бы нет? У нас есть еще есть CV-шка. Строим военный заводец. Девушки, вы просто замечательны. Вы просто великолепны. Здесь можно через пехоту, через танки, все вместе. В общем-то, все это дело работает хорошо. Здесь, по крайней мере. Следующая остановка ад, сказали наши танки. Убираем их вот сюда повыше. Я не помню, что делают вот эти ускорители. По-моему, они ускоряют голиафов вроде бы. А может и нет. Я уже не помню, честно. Поэтому врать я, ребята, вам не буду. Что ж, давайте вот этим отрядом чуть-чуть прогуляемся. Поглядим, что у нас здесь есть. Так. Заодно глянем, куда у нас можно пристроиться. Отлично, ну вот здесь есть место. Здесь у нас город. Здесь у нас зерги. Вниз тут без вариантов. Ух! Это будет больно. Отходим, мужики. Мужики! Бежим! Девушки нас, конечно, спасут, но... Есть такое подозрение, что нам будет больно. Жестко. Жестко-жестко. Жестко, конечно. Так. Ладненько, дальность атаки. Урон. Воздух у нас в виде медиваков здесь как таковой отсутствует.
Поэтому будем прорываться через танки плюс марики. Эта гадость взялась. Пришла, видимо, с одной из баз. Ну и дорога. Ну и дорога, кричит она. Ходу. Так, надо тогда здесь построить больше улучшений. И построить такие... космопорт и научный центр. Дальность атаки ракету Гляв. А, вот что. Вот оно что дает. Так. Замечательно. Здесь все добывается, все хорошо. Будем надеяться, что все так и будет. Так. Строй бункер, пожалуйста. Космопорт почти достроен. Подзаказываем танки. Куда они приезжают, я правда не понял. Как вы посмели, сволочь, убить моего рабочего? Гады, негодяи, вообще ужаснейшие просто люди. Я разберусь. Рок-н-ролл. Только скажи. Я разберусь. Командир. Рок-н-ролл. Только скажи. Командир. Только скажи. Командир. Рок-н-ролл. Командир. Я разберусь. Понятно. Только скажи. Лучше там ничего не трогать. Учини, пожалуйста, чтобы наше здание не сгорело, пожалуйста. Ходу. Продолжаем подстраивать маринесов. Готово. Я не могу поверить, конечно. А, почему вы меня атакуете, ребята? Не особо я по своим танкам, конечно, попадаю. Так что все, в принципе, хорошо. Да тихо ты, что ты все время мышка меня не так... понимаешь. Не сомневаюсь. Чиним, ребят, не надо стоять, не надо отдыхать. Чиним, еще раз чиним. Дюрана покуцали, правда? Обидно. Я что-нибудь научный центр строил, не? Окей. Где у нас там научный центр? Строим. Так. Постройте больше ресурсных депо. Вспомнил проблему. Вот она. Надо будет через низ выходить, я думаю. Давайте сейчас проверим мою теорию. Может, мне кто-нибудь заплатит? Ну и дорога. Здесь вот есть проход наверх. Требуется врачебная помощь. В первую очередь я бы избавился вот от этих гадов. Потому что все-таки... это всего лишь моя работа. Слишком они там в хорошем месте. Это всего лишь моя работа. Ну и дорога. Работа выполнена.
Что, где, чего, как, куда, ты о чем? А, понял. Отлично, сделаем улучшение. Вот сделаем всевозможные улучшения, которые мне нужны, могут пригодиться и так далее. Опять-таки подстраиваем народ. Может, мне кто-нибудь заплатит? Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Медиков. Эдиков разных и так далее. Иди добывай, пожалуйста. Угу. Замечательно. А что я хотел? Тебя на добычу послать? Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Давайте сделаем вот так. Это была плохая идея, на самом деле, но окей. У нас опять не хватает ресурсных депо. Мы их сейчас будем потихонечку строить. И вот наш отрядец. Много времени уже прошло, на самом деле. Надо пошустрее как-то. Выходить, убивать. Мутата. Привет, писис Мутата. Хороший рейндж наших друзей. Спорочки. Вам жопа. Маринадец просто шикарнейшим образом атакует все это дело. Тем временем у нас атакуют базу. И тут нас, конечно, нехило так зажали. И медики уже немножко не в тему. Оу-оу-оу-оу. Берем быстренько, раскладываем танчик. Я пошел. Командир, я разберусь. Ща он фигарит. Дайте мне цель. По этим гадам. Разложись вот здесь, пожалуйста. Замечательно. Если головка болит, я тут как тут. Держим под осадой. Сивишка у нас здесь как раз. Почини, пожалуйста, наш танк. Замечательно. Почти разрушили здесь все. Улей долго разрушается. ХП много. Толстые ульи. Как я и думал, этот выводок не может существовать без главного кластера. Вот-вот. Выводок уничтожили, отсюда больше наступлений не будет. Замечательно. Я думаю, это просто отлично. Теперь можно спокойно убирать отсюда войска. Вообще без каких-либо проблем. Переводить вот сюда, ребят. Атаки сзади больше не предвидится. Переводить сюда же танки. Нет.
теперь? Что еще, капитан? Слушаюсь. Да, сэр. Нет проблем. Просматриваем все вот здесь рабочим. Слушаюсь. Быстренько. Нет проблем. Да, что, куда, зачем, почему? Что еще, капитан? Нет проблем. Смотрим, может ли он нас здесь атаковать. Что еще, капитан? Нет. Проблем. Улей полностью бездействует. Полностью бездействует. Ни одно строение, ничего на нас не атакует вообще. Это значит, что у нас есть еще, в принципе, одно место, которое мы можем занять спокойно. Я собираюсь строить ресурсное депо, плюс я собираюсь строить вот здесь вот такую замечательную штучку. Которая будет оповещать нас о приближении какой-нибудь опасности. Если таковая, в принципе, будет. Давайте запишем на отряд номер один. Выделим все танки. На отряд номер два. Выдвигаем Марика вперед. В принципе, я говорю, мне уже минералы здесь ни к чему. Мне уже проблем не то, что мне нужно много строить чего. Много чего строить. Вот в чем моя проблема. Без остановок. Не сомневайся. Выдвигаем отряд. Это как раз по мне. Да, сэр. Дайте мне цель. Да, сэр. После чего там его раскладываем. Куда едем? Отправимся в угол специально. Чтобы они все вместе как бы были. Где-нибудь вот здесь. Я думаю, разложимся. Подводим сюда отряд маринов и ставим на удержание. Временно. Временно. Замечательно. Только единственное. Девушки у нас будут те, кто будет бегать. Все остальные у нас будут именно на удержании. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужен отряд номер три. Тоже сюда же. А ты у нас строишь суплайки, пожалуйста. Просто потому, что ты можешь, просто потому, что тебе нечем заняться. Строй суплайки. Тоже строй суплайки. У нас появились еще танки. Точнее, как появились. Они у нас как бы были. Мы должны их провести куда-нибудь сюда. Пока дает сюда для начала. Строй суплайки. Я тоже строю суплайки. Ладно, когда я подстрою энное количество суплайк, я к вам вернусь. Потому что, ну, навряд ли вам интересно смотреть, как я буду строить 10 тысяч суплайк. Так, ну что ж, мои дорогие друзья, я, в общем, решил вернуться. А у меня произошло куча усовершенствований, простите. Осталось вот сделать модернизацию вооружения на танке. И я немножечко прошел вперед вот здесь. Давайте сделаем отряд у нас на двоечку, да? Вот это получается. Давайте тогда сделаем вот так, этот на троечку. Этот на двоечку. И я решил переместить здание с танками и с пехотой сразу вот сюда, дабы восстановить некий баланс. Итак, мы будем раскладывать, складывать танки, чтобы прорваться чуть дальше, 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 дальше. И так каждый раз. Также одним из вот этих отрядов. В данном случае вот этим. Пройдемся наверх. И поглядим, что у нас там. Как мы поняли, нам нужно это всего лишь моя работа. Доставить Дюрана кверху. Дабы он убил эту всю гадость. Требуется врачебная помощь. Это всего лишь моя работа. Все чисто. Думаю, доставить его сюда будет несложно. Но вот, как бы, есть такое подозрение, что доставив его туда, мы можем отхватить по шапке. Что не очень круто. Поэтому я сначала предпочту убить всех
все ульи. И после того, в общем-то, думаю, будет все сделано. А, наверное, я порежу местами, где я атаковал конкретно ульи. И уже оттуда будем как-то работать. Потому что смотреть, как я убиваю все ульи, не так интересно. Точнее, как я иду к ульям. Долго, муторно. В общем-то, серия должна получиться короткой относительно. Какие большие свинтусы ко мне идут, а? Свинтусы. Какие же вы большие-то, а? Обнаружен паразит. Видите, какие дела? На нем паразит обнаружен. Это не есть хорошо. Так. Ну, мы сделаем вот так. Разложимся. Где болит? Минус один танк из-за того, что сами по себе постреляли. Прости! Прости, мистер танк. Из таких к нам прилетела мута? Серьезно? Хорошо. Защищаемся. А, это так не работает. Проблема. Тогда строим вот здесь. Так, а пока здесь все нормально. Пока здесь все хорошо. Проходим чуть-чуть вперед. У нас, скорее всего, выбежит куча говна. А может и не выбежит. Давайте разложимся чуть повыше. Где-нибудь вот здесь. Как раз мы будем атаковать примерно. Поверху. Уничтожим ули, и на нас прекратятся атаки отсюда. Замечательно, медики! Вот еще минус один, так сказать. Ничто здесь нас не может атаковать. Ладно, встретимся следующего. Следующего улья. Как я понимаю, этот улей находится на вершине. Просто так к нему не добраться. Так. Ну, в общем-то, вот мы подошли, в принципе, к улью. Более или менее. И можем нормально его более-менее атаковать. Чем мы, собственно, сейчас и будем заниматься? Командир. Только надо разбираться со всякой мутатой и прочими подобными вот существами, которых не могут атаковать наши танки. Командир.
Зато наши танки могут атаковать главное здание. Что меня вполне устраивает. А наша задача главная — это уничтожить именно его. Что мы сейчас и будем делать. Проходим чуть вперед и нацеливаемся на главное здание. Замечательно, больше здесь ничего не функционирует. Великолепно, друзья мои. Великолепно. Следующая остановка — ад, как сказала наша подопечная. Куда поедем? Поедем мы с тобой в далекие края, которые тебе не снились. Дамчу с ветерком. Дамчи, пожалуйста. Поехали. А вот у нас там есть антивоздух, все, я его увидел. Нежелательно нам теперь. Не обмочить штанишки, дорогие мои друзья. Следующая остановка. Одного нам будет мало. Вот это я зря сделал. Пристегнитесь, парни. Вот это я сделал зря. Так. Больше такой ошибки не совершу второй. Когда я извратился немножко. Высадите, пожалуйста, дамочки, нас вот здесь. А мы тем временем сейчас разложимся. Не очень хорошо получилось с танком, но ладно. Я думаю, что мы как-нибудь справимся. Девочки, выгрузите нас, пожалуйста, еще раз. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Вы нас очень спасаете. Ну, высадишь ты его или как? Отлично. Теперь эти танки, которые у нас не разложены, подкатываем вот сюда. Раскладываем. Беремся за вот эти танки. Подкидываем их вот сюда. Видим там муту. Видим, что эта мута даст нам огромнейшие проблемы. Понимаешь, нам нужна пехота. Так или иначе. Ибо без пехоты мы здесь не справимся. Так. Есть ли у нас здесь уже готовые медсестры? Потому что я их не очень-то вижу, но окей. Не сомневайся. Пристегнитесь, парни. Дамчу с ветерком. Давай, мчись ветерком. Отлично. Высаживай, пожалуйста. Так, вот здесь медички у нас есть. Две штучки, три штучки даже. Замечательно. Забирайте, пожалуйста, девушек. Они нам очень-очень пригодятся. В общем, полезны. Все забрали, да? Великолепно. Высаживайте, пожалуйста. Забираем еще и этих девушек, почему бы нет.
А вообще-то ты сейчас девчонок забрала, а не парней, поэтому пристегнитесь, девушки. Давайте здесь тоже. Ну, собственно, я думаю, этого количества должно хватить. Особенно, если все пойдет как надо. Все, все, все. Улетайте, пожалуйста, отсюда. Здесь полно медиков. Мы пробираемся дальше. Отвлекаем на себя народ. Где болит, спрашивают они. Отлично, врачебная помощь мне, конечно, требуется, и очень даже. Я думаю, что мне нужна танковая помощь в первую очередь. А, жопа ему. Не жопа, удивительно. Я думал, жопа будет. Окей. Давайте пройдем сюда, уничтожим муту, собачек. Ну и плюс-минус главное здание тоже. Эй, медички. Давайте подхильте медичку. Перекапываем танки. Заводим их вот сюда. Раскладываем. И хреначим по главному зданию. Собственно говоря, все остальное нас просто не интересует. Замечательно, весь строй остался без собственного управления, что не может меня не радовать. Теперь весь строй, который у нас есть, здесь не предоставляет нам никакой угрозы. Поэтому можем спокойно его уничтожать. Замечательно. Что ж, осталось довести Дюран, дорогие мои друзья, до места назначения. Ну и добить оставшийся рой плюс-минус. Итак, доводим Дюрана. Я пошел. Давай, Дюраныч. Я не могу поверить. Это заняло довольно много времени, но я думаю, что оно того стоило. И сюда, и сюда. Ну, там уж как-нибудь разложитесь, я думаю. Где у нас марики? Марики у нас вот здесь. Добиваем, убиваем, и, в общем-то, все хорошо. Тем временем, Дюран идет. Убийца двух человек. Какой ты, а, Дюран злой. Раскладываем здесь по фану танки. Пси-дистраптор. Сгружаем Дюрана. Капитан, мы обнаружили пси-дисраптор. Можем ли мы взорвать его? Лейтенант Дюран, мы здесь, чтобы освободить вас. Мы имеем приказ адмирала Стукова. Очень хорошо. Капитан, теперь я должен возвращаться на судно. Я чего-то не понял сейчас. Возможно, я что-то упустил, но... В смысле освободить? А я его что, захватил, что ли? Или типа его освобождают от того момента, что ему самому не надо уничтожать дисраптор? Типа Стуков решил все-таки его сохранить?
А, ладно, неважно. В общем, всем спасибо за просмотр и пока-пока.